Российское движение детей и молодежи «Движение первых» стремительно развивается и вовлекает в свои ряды новых участников. Под эгидой движения проходят различные мероприятия. Муниципальный детско-родительский форум состоялся впервые. Он объединил активистов, членов общественных организаций, педагогов и родителей. На площадке форума «Путь к успеху» лидеры и их наставники поделились успешным опытом со школьниками города. Двое девочек рассказывали о своих успехах, о своих достижениях, как они этого добились, как они к этому шли. Очень меня вдохновили именно эти две девочки. Они именно рассказывали о том, как принимать участие, зачем это нужно, для чего. И очень смотивировали. После их выступления, правда, захотелось участвовать и быть первыми. На площадке «Первыми быть просто» для ребят начальной школы подготовили мастер-класс. Своими руками юные орлята России смастерили подарок ко Дню Отца. Активисты на площадке «Волонтеры в деле» рассказали о добровольчестве, его особенностях и волонтерских проектах. О наставничестве участники форума узнали на площадке «Наставники орлят». Там же выполнили творческое задание. В мероприятии приняли участие и родители. Родительское сообщество обсудило опыт воспитания активистов и роль близких людей в этом деле. Форум имел ряд задач, с которыми, на мой взгляд, успешно справился. Это трансляция успешного опыта в реализации основных направлений движения первых. Это освещение успешных практик воспитания среди родительского сообщества. И в целом очень хотелось бы, чтобы в движении были не только дети, но и действительно взрослые, которые станут для них настоящими наставниками. Участники форума подвели итоги работы и поделились тем, о чем они узнали на тематических площадках. В рамках детско-родительского форума состоялась встреча с космонавтом Сергеем Гудь-Сверчковым. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.